Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и пришло время показать пустые баночки за февраль месяц. Февраль был месяц короткий, но баночек целая сумка. Всего 21 баночка, 20 это Oriflame, одна баночка других производителей. Попозже я расскажу, о чем речь. 233 балла. По дистрибьюторским ценам это 11 319 рублей. По цене каталога 14 149 рублей. Получается порядка 3000 экономия, так как мы пользуемся скидками от компании. Будь здоров, малыш. Подтверждает. И если у вас еще до сих пор нет дисконта от 20% и выше на весь ассортимент компании Oriflame, напишите мне или в личном сообщении, или в комментарии под видео, я вам помогу оформить дисконт. А также вы можете самостоятельно заполнить ссылку, которая будет в описании под этим видео. И продукт от другого производителя стоит 790 рублей по текущим ценам. Итак, поехали смотреть, что же у нас закончилось. Мой любимый продукт — это жидкое мыло для рук серия Essence & Co. вербена и лимон. Мой любимчик, мой фаворит, все время мы им пользуемся. А сейчас еще вышла новинка в Oriflame, я заказала, конечно, и тоже очень понравилось, очень понравилось. Чем хорош этот продукт? Это жидкое мыло для рук, в составе входят натуральные эфирные масла, и благодаря этому мыло получается невероятно и по аромату, и по качеству. И когда с ним моешь руки, можно даже с ним купаться, кожа становится такая мягкая, нежная, и натуральный аромат, он долго сохраняется и в воздухе, особенно когда в ванной купаешься, вообще просто чудо как пахнет, и на коже. Мне это очень-очень нравится, всем рекомендую попробовать хотя бы один раз в жизни. Для волос закончился кондиционер, мед и молоко. В основном им пользуюсь я или дочка, потому что отлично питает сухие кончики волос, это то, что нужно. И этот кондиционер подойдет для тех, у кого волосы сухие, ломкие, после окрашивания испортились. А если же у вас волосы склонны к жирности, рассмотрите другие варианты, скорее всего вам этот кондиционер не подойдет. Так, что здесь еще для волос? Это мой любимчик из серии Beautanicals, закончился кондиционер для волос. Вот такое чудо. Что такое серия Beautanicals? На 95% натуральные компоненты, еще входит в состав жимолости, экстракт жимолости, аромат невероятный. Но самое главное, что с этой продукцией мои волосы просто оживились. И я так и сказала на видео. Самое интересное, я заметила, бывает такое, особенно у других производителей, мне же сейчас часто присылают на обзор какую-то продукцию, и вот бывает такое, начинаешь пользоваться, сначала такой вау-эффект, прям думаешь, ух ты, класс, а на второй, на третий раз этот эффект пропадает, делаешь перерыв, опять начинаешь пользоваться, опять вау, на следующий раз уже нет, как будто бы вот быстро какое-то то ли привыкание волос идет, я не знаю. И я очень переживала, что у меня будет такая ерунда с Beautanicals, но слава богу этого не произошло. Вот закончился кондиционер, заканчивается шампунь, кстати это уже второй, по-моему, кондиционер, который закончился, а шампунь прям осталось чуть-чуть, на несколько раз голову помыть, то есть он у нас пойдет в следующие баночки. И вот как раз расскажу про шампунь, который у нас от другого производителя, компания Riche, присылали мне на обзор свою продукцию, немножечко оставили, с водичкой даже развели, Миша домывал этот шампунь. Итак, что я про него могу сказать? Этот шампунь для восстановления волос черного цвета, то есть в состав его входит, по-моему, орех, какой-то орех черный. Вот что хочу сказать, хороший шампунь, кстати, действительно неплохой шампунь. Что не понравилось, то что он черный, и когда смываешь голову, то с волос просто льется черная вода. А когда принимаешь душ и моешь голову, обычно, ну, затыкаешь пробку, чтобы водичка немного набиралась и ножки распаривались,
Так вот, смываешь голову и стоишь в этой луже грязи, настолько неприятно и некрасиво, то что никогда бы в жизни не повторила второй раз такой шампунь. Вот именно из-за этого. Сам шампунь неплохой, не буду говорить, что ой, какая ерунда, нет, но за 790 рублей видели и получше, и далеко ходить не надо, в Oriflame есть все, чтобы удовлетворить наши с вами потребности. Итак, маска для волос с авокадо. Потрясающая маска. Она, конечно, не так вкусно пахнет, как с бананом или с манго, но эффект классный. И я полюбила эти маски, вот такие пакетики. Они в среднем получают, стоят по цене каталога 69 рублей, бывает 79. Ну, надо ловить какие-то акции. Хватает на два раза, то есть на один раз около 30 рублей, абсолютно доступно, недорого. Очень классный вариант. Кстати, хочу вам рассказать вот про то, что я перед Новым годом пошла на стрижку, и парикмахер мне так расхвалила свою лондонскую, по-моему, или лореалевскую маску, не помню. Ну, я взяла, ребят, 1250 рублей отвалила за маску, ну там, правда, большая банка. Ты куда ушел, красавчик? Вернись. Но вот этого ожидания, вот это вот то, что она мне рассказала, какие станут мои волосы, не произошло вообще. И Лера попробовала, я сделала раз-два, ноль эффекта абсолютно. Вот какой я вижу эффект вот от этих наших очень доступных кондиционеров, масок. А сейчас я еще попробовала пенку Элио, и она мне настолько понравилась, что я тут же заказала вторую, пока она со скидкой. Пенка кондиционер, вот попробуйте, это восторг, вот просто восторг. Запишу отдельное видео просто по этому продукту. Так, что здесь еще? Для красоты лица использовала две тканевые маски, одна с органическим овсом и апельсином питательная, а вторая, по-моему, восстанавливающая, серия Novage. Обожаю наши маски, пользуюсь, ну, не часто именно тканевыми, хотя тканевые эффективнее, но обычными масками с органическим овсом, нашу кремовую маску с алоэ кокосом люблю, обожаю нашу маску спа, которая, к сожалению, мне кажется, ее сняли с производства, но я ее запаслась, вот буквально вчера открыла свой запасной тюбик. И просто наслаждение, кожа вот сразу преображается, она становится насытенькая такая, напитанная, ровная, никакого шелушения, вот морщинки разглаживают, все равно она вот прям становится такая вот прям ух, прелесть, обожаю. Вот, кстати, маска, которую я люблю, маска кремовая с органическим овсом и ягодами годжи, попробуйте, она стоит копейки, ну где-то вот со скидками в каталоге 189 рублей, бывает 169, вы не пожалеете. Ее тут много, по-моему, 75 миллилитров хватит надолго, мы даже ее разрезаем, чтобы до последней капельки использовать, и пользуемся все. У нас и Миша очень любит маски делать, я люблю, не знаю как. Два пузыречка освободились от астаксантина, один был у Миши, один у меня. Мы пользовались сборными банками, витамины отдельно, омега отдельно, астаксантин, а Лера у нас пользуется набором целым wellness pack, где один пакетик берешь и сразу суточная норма. Конечно, пакетики намного удобнее, но когда идут акции на такие банки, то получается выгоднее, и мы, конечно, пользуемся тоже и так делаем. Вот сейчас у нас баночки закончатся, мы опять перейдем на коробки wellness pack. Вот такие вот как раз коробки, Лера отдала свою очередную. Что классно, 21 пакетик, и ты точно знаешь, что пока идет каталог, ты эту коробочку должен скушать, потому что один пакетик в день нужно скушать для того, чтобы наши клетки, наш организм получил необходимые микроэлементы, минералы и омегу, астаксантин, чтобы клетка была здоровая, красивая. Если клетка здоровая, правильно, то значит будут здоровые органы. Если что-то клетки нездоровые, соответственно, непонятно, в какой они орган у нас, да, пойдут, и начнутся какие-то нежелательные проблемки. Поэтому заботимся о себе. Слушайте, я такой раритет нашла, к сожалению, серию сняли с производства, я уж не знаю, кому это пришло в голову, мне кажется, это такая гордость Oriflame, серия Eco Beauty,
на 95% натуральные компоненты, серия для лица, полный комплекс, идеально подходит для вегетарианцев, для веганов, люди, которые вот просто, да, на все природное нацелены. И я считаю, что эта серия очень крутая, я брала ее всю, у меня осталось прям чуть-чуть маслица, с которым я делаю массаж. Это что-то невероятное, вот каждая баночка, она особенная, и в каждой баночке свой состав, то есть он неповторимый. Прелесть какая. У меня здесь было молочко, оно у меня закончилось, хотя я молочко не очень люблю, оно мне в принципе не подходит, потому что кожа комбинированная, и даже сама форма, вот это вот молочко нанести, ватные диски, как-то мне все это не подходит. Я люблю пенку, особенно наша пенка на вечке, гель-тоник, даже не пенка, а гель-тоник, я ее просто обожаю, потому что она удовлетворяет меня вот на 100%. Но молочко было в серии, в комплексе, и я его, конечно, тоже использовала. Я сначала молочком умывалась, потом пенкой, чуть-чуть прям осталось, и я сегодня думаю, надо эту баночку уже отправлять. Все, закончилось. Для душа одна из моих любимых серий, на первом месте у меня стоит Essence Eco, на втором месте серия Feel Good, здесь 4 вида гелей с лавандой, сливовый, с красным апельсином, и здесь вот экзотический фрукт тоже, цитрусовый. Все нравятся, они все настолько разные, классные, и тоже с натуральными эфирными маслами, аромат невероятный, купаться с ними одно удовольствие. Кстати, в этой серии еще есть мусс для купания, вот как-нибудь попробуйте, это просто фантастический продукт. У меня кто его вот пробовал, конечно, получается по деньгам подороже, но кто попробовал хоть раз, уже не могут остановиться и все время заказывают этот мусс. Также еще один раритетный продукт, это тоник из серии Novage. У меня был в запасах вот этот, и еще один остался, я сейчас его достану. Я все-таки очень люблю тоники, я им не пользуюсь каждый день, потому что сейчас вышел гель-тоник, который уже тонизирует кожу, но вот эта привычка, она сохранилась, и мне все-таки нравится лицо потом протирать тоником, меня не утруждает то, что нужно взять ватный диск, налить тоник, протереть, как-то для меня это встроенная такая программа уже привычная, которой я пользовалась с 19 лет, и мне было трудно, например, совсем отказаться от тоника, и так как у меня остатки были, я сделала запас с распродажи с последней, и вот сейчас допользуюсь, потом уже буду привыкать жить без тоника. Закончился крем Skinergize, это дневной крем, мне присылали его на обзор как официальному обозревателю вместе с сывороткой, и как ни странно, сыворотка еще осталась, а крем закончился, обычно как бы наоборот, сыворотка быстро заканчивается, а крем еще остается. Тут меня немножко даже просто удивила эта ситуация. Что сказать про крем, я вот просто в восторге от этой серии, хотя она для молодой кожи, такой тонкий приятный аромат у этой серии. Что мне понравилось, сыворотка, она такая как бы с блеском, вот такой перламутр в ней, легкое сияние. Если наносишь сыворотку, сверху крем, лицо, во-первых, сразу вот розовенькие щечки становятся, и вот это сияние, оно освежает и омолаживает лицо. Даже потом сверху наносишь уже тональную основу, пудру, румяна, все равно лицо светится, оно молодое, оно такое красивое. Попробуйте обязательно, если вы не знаете, какой вам уход подобрать, экспериментируйте, закажите пробники. Сейчас есть возможность прям заказывать такие вот пробники, где все продукты, и вы можете потестировать несколько дней и посмотреть, как ваша кожа откликается, что ей понравится, коллаген, Skinergize или Ultimate Lift. То есть подберите себе такой уход, чтобы кожа вот просто была в восторге, и поверьте мне, вы будете сами очень довольны. Зубная паста, это гель-паста закончилась, какое-то время мы от нее отказались, не знаю почему, как-то все как-то ей меньше всего пользовались, и она стояла, я ее вообще перестала заказывать. Мы брали травяной комплекс, защитную и отбеливающую, а сейчас
то ли надоело, то ли что, я выставила эту пасту, как на нее все налетели, что вот закончилось, я тут же открыла второй тюбик, и паста очень классная. Мне все пасты нравятся в Oriflame, они эффективные, десна не кровоточат, не появляется вот этот налет, зубы в отличном состоянии. Я с каждые полгода, мы все ходим к стоматологу, проверяемся, потому что зубы надо беречь, надо за ними ухаживать. К стоматологу, говорит, все хорошо. Бывает, конечно, бывает, там пломбочка немножечко, да, раскачивается старенькая. Ну, заменили, на новую поставили, все. То есть таких вот глобальных проблем не возникает. Дезодорант Activell. Activell. В старой упаковке, как видите, еще здесь фигурка есть. Сейчас у него поменяли, у него как бы широкие стали плечи. Я говорю сюда, что это дезодорант девочка, а теперь стал дезодорант мальчик. Я люблю больше всего именно серой крышечкой. Мне кажется, что вот в нем меньше всего от аромата, то есть он абсолютно нейтральный и не оставляет белых следов на темной одежде. Это для меня очень важно, потому что было время, когда эти белые следы, они сводили с ума, особенно когда Миша служил в полиции, а вы знаете, у них такие шерстяные голубые рубашки, и они все были в этих вот пятнах. Я так мучилась их выводить, это было что-то с чем-то. И когда появились такие дезодоранты, я в него сразу влюбилась. Я и Мише такой заказываю, мы сами все им пользуемся, он очень классный. И еще одно средство закончилось, чуть-чуть даже осталось, но уже подсохло, пользоваться им стало невозможно. Это фаворит среди помощников для маникюра — сушка. Вот новая вышла сушка, она мне не понравилась, она не такая, она не так эффективно, не так быстро высушивает лак. Это же старенькая еще, если вдруг вы ее увидите где-то в распродаже, сейчас попробую код найти, 33520, сделайте себе запас, это такая классная помощница или помощник, не знаю даже как сказать, супер просто. На толстый слой лака наносишь, моментально высыхает. В каждый раз, когда у нас выходит обзор пустых баночек, вы видите минимум один пузыречек масла чайное дерево и лайм. Почему? Объясняю. Это средство заменяет нам практически всю аптеку, то есть вот все ушибы, порезы, прыщи, все что угодно, какие-то воспаления, укусы, мы все сразу обрабатываем маслом. У Леры возникают на лице, ну, что-то с гормонами, да, воспаление, она постоянно обрабатывает, поэтому расход большой. И когда есть возможность, например, в каталоге номер 3 на это масло огромная скидка, я сразу взяла, по-моему, 9 флакончиков запас, потому что все равно будет уходить моментально. Но бывает, иногда клиенты выпрашивают, я конечно тоже отдаю. Так, биби крем биби крем закончился до последней капли, наконец-то я его попробовала, его отдала мне Лера, видите, даже с разрезом. Какое у меня впечатление от этого биби крема? Он как невидимка, знаете, такая невесомая вуаль, которую вы наносите на лицо, но при этом лицо становится такое ухоженное, такой здоровый вид. Я не могу сказать, что он прям классно перекрывает все вот там неровности, но справляется. То есть такой малыш очень приятный. Почему я решила его тоже попробовать? Я, честно говоря, даже забыла, что он есть у Леры. В последнее время на него какой-то пошел ажиотаж, то есть у меня клиенты прямо его заказывают, хвалят, отзывы в чате, в клиентском чате, я что-то не понимаю. И когда она отдала мне пустую баночку, я увидела, что там чуть-чуть осталось, и быстрее взяла его, попробовала на лице. Классный продукт, кстати, особенно, мне кажется, на лето будет очень здорово, потому что летом хочется абсолютной легкости на лице, но все же, чтобы лицо было ухожено. Я, например, без тональной основы не выхожу на улицу, потому что мне нравится, чтобы кожа была ровненькая, идеальная, красивая. Она так и выглядит сразу моложе и свежее. Согласны? Последняя баночка, вернее коробочка.
краска для волос. И тут все, наверное, за монитором сидят и говорят: а, наконец-то в четвертом каталоге выходит обновленная серия красок. Да, наконец-то. Но я-то знала, что мы получим краску только в четвертом каталоге, опять же, если успеют наполнить склады. Поэтому я сделала запас, у меня еще две коробки, то есть мне на март и часть апреля мне хватит. Я никому не отдаю, сама пользуюсь. Эта краска, она чудесная, и обновленная выйдет, как я поняла, с таким же точно составом, только обновляется коробочка, дизайн поменяется. Я не могу сказать, что это лучше, потому что на коробочках не будет фотографии модели, а мне очень нравится, что я вижу лицо девушки, как краска в деле на ней показана, на прическе. Но я рада, что краска возвращается, потому что без нее я своей жизни не представляю. Краска ухаживающая, и ей можно покраситься дома абсолютно легко, самостоятельно, просто за полчаса, и ты совсем другая. Что еще хорошего? В состав входит омега-3 и масло льна. И когда я крашу волосы, они у меня не высушиваются, а наоборот, как будто бы оживают, оздоравливаются. Вот это ее очень сильное достоинство. Ну, теперь точно все. Пакетик пустой, будем наполнять заново. Бумагу в макулатуру, пластик сдаем в пластик, как обычно, да, заботимся о природе. Я вас благодарю за внимание. Буду рада, если вы напишите в комментариях, сколько у вас пустых баночек, какие продукты вы больше всего используете, что вам нравится, может быть, что не нравится, тоже пишите, потому что нам важно, чтобы мы заказывали, приобретали продукцию, которая будет использована до последней капли. Вот так вот, чтобы, знаете, прям настолько нравится, настолько она классная. Я вам желаю красоты, здоровья, счастья и любви. С вами была Лилия Донского. Пока-пока. Ой, хоть ножки вытянуть. Ага, сбежавший.